Всем привет! Турецкие сериалы и фильмы не перестают радовать своих поклонников. В этом видео вас ждет подборка 9 самых ожидаемых турецких сериалов осени 2024 года и 2 фильма, которые точно стоит посмотреть. Пишите в комментариях, какой сюжет вам понравился больше всего и что вы планируете смотреть этой осенью. Начнем с 2 фильмов, которые точно вам понравятся из-за отличного сюжета и актеров, которые там снялись. Первый фильм в главной роли с Керемом Бюрсином. Это ремейк российского фильма «Холоп». В Турции он будет называться «Сын богача» или «Сын богатого». Уже в конце июня начались съемки данной картины. Главную роль рядом с Керемом Бюрсином исполнит Мелис Сезан. Время съемок турецкого ремейка произошел неприятный инцидент, который привел к травме Керема Бюрсина. Неизвестно, что именно случилось, но работу над фильмом пришлось приостановить на 1 неделю. Известно лишь то, что у актера из «Постучись в мою дверь» был очень сильный отек ноги. Возможно, мужчина неудачно спустился с лошади, которых ему нужно передвигаться по сценарию. Уже, думаю, известен и очевиден, но если кратко, то фильм расскажет историю молодого человека, который вырос во вседозволенности из-за состояния своего отца. В определенный момент его отец решает проучить сына, вместе с помощниками составляют план, как тот оказывается во времена средневековья, и ему приходится подстраиваться под новые обстоятельства. Все меняется, когда парень начинает влюбляться. «Оставь это ветру». Проект еще до выхода на съемочную площадку сумел привлечь к себе множество внимания, а все благодаря актерам. Исполнителями главных ролей стали известные звезды Турции Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. По сюжету Эгей Языджи – свободолюбивый и смелый мужчина, который родился и вырос в Чишме. Здесь он основал свою школу серфинга, покорять волны и доверять ветру – вот его стихия. Но все меняется в его жизни, когда в курортном городке появляются ослы. Девушка приехала из Стамбула, чтобы заняться строительством большого отеля в месте, где родился Эге. Между ними вспыхивает конфликт, который неожиданно переродился в нежные чувства. Съемки фильма «Оставь это ветру» хотят завершить в конце июля 2024 года. И это значит, что шанс увидеть мелодраму может появиться у зрителей уже в августе 2024 года. «Прекрасная страна любви» или «Земля прекрасной любви». Главные роли в сериале, рассказывающего о страстной истории любви, сыграют Неслу Барифинакташ и Дженнер Тапчу. Неслу воплотит персонаж Зайнеп, а Дженнер – Архана. К ним присоединится талантливый актерский состав, включая Халиля Эргюра, Мельтем Джумбуль, Биркан Ашала, Мелис Биркан, Азгюра Эмре Йылдырыма и Эгеге Кенли. Сериал планируют показывать по турецкому телеканалу «Д». Это довольно классический проект, расскажет нам о судьбах Зайнеп и Архана, молодых людей, которые мечтают о лучшей и свободной жизни. В какой-то момент судьба столкнет их вместе, а после погрузит в пучину страстей. Однако, как ты понимаешь, первое сильное чувство в их жизни принесет обоим не только счастье. Только вот Архан не намерен так быстро сдаваться, даже если ради девушки придется бросить вызов всему миру. «Шахерезада» – это одна из самых ожидаемых новинок осени 2024 года. Главные роли в проекте исполнит Бурак Дениз и юная звезда Субар Джуджашкун. Пока известно, что уже отсняты 3 первые серии проекта, а после летнего отдыха съемочная группа вновь вернется к работе. Аудитории обещают рассказать историю непростого и даже опасного знакомства комиссара Михара, который всецело сосредоточен на своей работе с девушкой-кочевницей. Разница в воспитании, ценностях, возрасте и приоритетах сделает их любовь невозможной. Но все мы знаем, что истинные чувства не остановят никакие преграды. «Черная ягода» или «Черная шелковица» – это захватывающая турецкая драма, которая выйдет на канале АТВ. Главную роль в «Черной ягоде» сыграет известная актриса Ирем Халводжиглу. А вот подробности сюжета пока не раскрываются. На данный момент аудитории сказали лишь, что они увидят историю опасной любви молодой женщины и ее борьбы за счастье и уважение. «Сказка о любви» – это захватывающая история о невозможной любви. Проект с рабочим названием «Сказка любви» станет настоящей усладой для глаз тех, кто так скучал по Эбру Шахин. Актрисе из «Ветреного» досталась роль главной героини. По сюжету Демир – преуспевающий архитектор. Он умен, хорош собой, богат и очень одинок.
После знакомства с Назлы мужчина понимает, что такое настоящая любовь. Только вот добиться искренней взаимности от новой знакомой Демиру будет непросто. Похититель жизни. На телеканале Now будут транслировать новый турецкий сериал осенью 2024 года. В главных ролях поклонники точно увидят Джемре Байсел и, возможно, Альперена Дуймаза. По сюжету, Лейла очень жизнерадостный и светлый ребенок, которому было тяжело пережить смерть матери. Однако, едва отойдя от шока, она узнает новую неприятную новость. Ее отец женится во второй раз. Мачеха оказывается совсем не милой и заботливой женщиной, какой она хочет казаться, и Лейле удается показать ее истинную натуру отцу. Только вот мужчина трагически погибает, а его жена отправляет девочку жить на свалку. Лейле приходится выживать в нечеловеческих условиях, но лишь благодаря заботе своих новых знакомых ей удается не просто выжить, но и найти приемную семью. Пройдут годы, но жажда мести в ее душе станет только сильнее, и однажды Лейла вернется в отчий дом, чтобы поквитаться с мачехой. Если король проиграет. Компания, которая выпускает «Зимородок», решила выпустить еще одну новинку осенью 2024 года на телеканале Star TV. О том, что проект находится в стадии разработки, было известно уже давно. Изначально главную роль пророчили Кеванчу Татлытугу. Но сейчас в соцсетях пишут, что компания ведет переговоры с Халитом Эргенчем. «Если король проиграет», это многосерийная психологическая драма. Сюжет раскрывает основную проблему современности на примере главного персонажа. Кенан – умный, харизматичный и флегматичный человек. С детства обстоятельства, окружающие его, сформировали в нем надмерность и особую модель поведения. Он привык быть королем и победителем. Этот мужчина всегда получает того, что хочет. Но однажды Кенан знакомится с женщиной и, вопреки своему образу жизни, влюбляется в нее. Но только эти чувства оказываются для него весьма болезненными. Чтобы выбраться из сложившейся ситуации, он обращается за помощью к психотерапевту. Именно на сеансах и всплывают глубинные проблемы его подсознания и страхи, которые и стали причиной его поведения. Любовь в дни оккупации. Главная роль досталась Неслыхан Атагюль. Актриса сыграет русскую эмигрантку Веру Грекову. На дворе 1918 год. Мустафа Кемаль Ататюрк доверяет управление оккупированным Стамбулом Экрему Байдару. Мужчине поставлена задача – найти и уничтожить в городе всех шпионов. Он охотно берется за дело. Но встреча с Верой все меняет. Девушка знает важный секрет, а мужчина начинает испытывать к ней чувства. Турецкий сериал «Гений» и еще одна новинка осени 2024 года. Сериал разработали для канала Show TV. Главную роль исполнит Арас Булут Инемли. К слову, в паре с ним должна работать Деврим Оскан, которая только что снялась в новом фильме с Керемом Бюрсином. Аудиторию познакомят с господином Искендером, который довольно быстро понял, что у его сына Деврана есть математический дар. Все усилия мужчины были направлены на то, чтобы развить его, потому ему не понравилось, что у ценного вложения есть чувства. И любовь к соседке девочки Эсме может разрушить все его усилия. Фальшивомонетчик. Примерный семьянин Адем столкнулся с финансовыми трудностями. Мужчина решает поправить свое финансовое состояние противозаконным путем. Он становится фальшивомонетчиком. Брат Адема Картал пытается узнать, чем таким успешным стал заниматься его брат. Уже есть информация, что в каст вошли Денис Байсал, Чиграл Эртугрул и Бурчин Терзиоглу. Не пропустите эти увлекательные сериалы уже осенью 2024 года. Поделитесь своими впечатлениями и мнениями в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. До встречи в следующем видео!